естественно. Я был счастливый ребенок, потому что мне читали очень много книг и очень много диафильмов. И я читал их своим друзьям. Я готова. И диафильм будет называться «Старуха Шипокляк». Ну, это было же такое таинство, газ, свет, по сути, как сейчас в театре или в кино, а тогда это были вот диафильмы. Что-то в этом было волшебное. Ничего себе, сколько вас! И даже один человек есть вот там на площади. Диафильмы рулят.